получается. В смысле, вот здесь лимитированное количество попыток? Конечно. 50. Я знаю, что если лича тратить, 50 попыток потратить, он исчезает. А эти тоже исчезнут. Проф, лана, синдра. Хуй знает. Скоро узнаем. Нет еще таких долбоебов, кто бы траили это 50 попыток. Бля, в обычке было 18, ребят. 18. 18 попыток профа? Да. Это в 2008? Нет, в 22 месяце назад. Мне кажется, и в 3000 такое же будет, нахуй. Да сейчас пугаем, пойди, никто его убивает. Нет, слушай, если пивка ебануть... До того, как Destiny распалась, мы там траили профа, чтобы не соврать, вот как мы на леди собирались, там... Несколько вайпов не могли убить, только там с профом еще хуже. Не веди его сразу туда, надо убить его. Заебал. Один раз буквально только убили. Собака. Ох, на собаку исследователя веди. О, прелесть. У нас тут квест, скипни трэш. О, блядь, квест. Мифик плюс. Но. Проценты добираем. Чем приворозим? По кайфу ему. Стайн прилетел, нахуй, нажал респаун, блядь, модель, понимаешь? Поэтому сама Кирюхи. Во всем, что происходит на сервере, у Кирюхи виноват Экстем. Вообще, даже если он никакого отношения к этому не имеет. Да, конечно, виноват этот уебок ебаный. Вот эти вот духов, которых он, блядь, сделал шипешником, блядь. У меня теперь ФПС, сука, блядь. Бесы, вот эта вот вся хуйня, чтоб он, блядь, сдох, нахуй, гандон этот ебаный, блядь. Все, это отключает. Кто отключает? Последний. Да, вообще модельки духов убирает. Насчет бесов не знаю. Рослина отключает полностью и духов, и все. И бесов? Нет. Да. И боссов. Бесы не кастуют. Бесы не кастуют. Ну да, они стоят тут. А духи не летят? Не, уебище ебаное. Если у меня вот сейчас на профи нахуй 5 FPS нахуй проседает, я не знаю, что у меня на джане нахуй будет. Говнаря кусок. 3 FPS. Я не нужен? Нет там? В этом крайне? Хорошо. Есть жиз. Не, он на цирку и зашел, блядь. Недавно, не так давно. 120 FPS нахуй целка. Стабильно. Держится. Там... На каждом боссе, блядь. 3D модельки, все дела. 3D модельки. Ты запустил, забыл, на серию зашел. Все нормально. Ой, блядь, ладно, нахуй. Прям вообще проебался сильно. Двое даун. Давай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. И хуже там, блядь, выходить серии еще, блядь, не лутать лишний урон. На миле как чума пошли. Глянул как? Глянул. Хуже полетел. Уже полетел. Бля. Ну, профа стопнули, не бейте. Профа не бейте вообще. Не бейте профа. Играйте по красному. Рисалин, бегай. Проф, переводите, готовьте. С дебафом смотрим, какие бежим. Быстрее. Плюнул обоих.
Знавалось бан. Мне нечем продлевать. Объем давай. Добили быстрее, зеленого. Ушли с трусов, пельмени. Ушли быстрее. Сейчас еще одни полетят пельмени, готовьтесь. В одну точку встали. Пельмени отошли. Подъебало, встали, сейчас колбы будут. И лужа будет. Сначала лужа, потом колба. Колба. Теперь лужа. Он на тирус, окей. И меня отошли. Зеленый лайк. Зеленый МП. Блин. Асус блинк назад умеешь? Надеюсь, что да. Спилч. Лужа полетела. Там колпы кругом. А тебе чё, мать? Я вижу. Пельмени. Он далеко летит. А, нихуя. Красный. Красный, в РДД пейте уже. Не стоит. Малышка, беги! Вот, побежал. Мили чичнулись красного. Побы странами. Пельмени отошли. Лужи вышли. Бы. Зеленый МП. Зеленый МП. Пельмени отошли, РДД, ушли. А, собственно, блинк назад. Отошли все пельмени. Сейчас лужа полетела аккуратно. Лужа выходить сюда. Колба сейчас будет мелить, ебал. Пельмени еще будут. После коста сразу. Пельмени отошли. РДД красного убить. И на стол побежал. Будешь просто сол, ты выглянешь тоже. Отмелить по красному. Лужа вышла. Пельмени отошли. В оранжевую собрали все? По зеленому поехали. На протопортера бежит. Сейчас пельмени полетят, я дальше чуть больше, чтобы дольше летели. Пельмени и лужа. Колбы сейчас будут мелить аккуратно. Не подходите к лифту. Колбы. РДД красный, вот пробейте. Пельмени отошли. Лужа выпью. Миленький красный, я тоже колбы щелю. Успеем перевести или нет, вопрос. Проф больше, больше. Не, не успеваем. Стопнули ДПС проф. Никто не бьет. Стопнули. Никто не бьет. Кунку прохил. Под зеленого милики подошли. По зеленому сейчас играем. Пизда. Ну почему вы милики не подошли все? Кто там, блядь, остался в РДД зоне? Вы прикалываетесь или что? Вы ебанаты или как? Объясните мне. Я лужа.
Почему нахуй 3 милика только сейчас стояло? Вы адекватные вообще люди, нахуй, или что, я не могу понять. Я сказал, подошли нахуй. В чем проблема? Нахуй вы вообще в родозону побежали? Нахуя вы нас сейчас выпанули? Пельмень не ваншотит. Я проверила. Ваншотит, ваншотит. Нет, я только что словила. Пельмень нет. Меня не ваншотнул, но я под шелдой была. В чем различие между хэмом и обычкой? Что-то я сейчас особо не увидел. Переход. На стриме. Перефазы, точнее. Да. Две перефазы, забой две перефазы. И вариант. А, и все, что в обычке нет перефаз, а здесь есть. Плюс чума еще раскидывается по рейду, надо делить. Ну, не стоять поодиночке. И три пельмени. Я хуй его знает, если пельмень не шотает, мне кажется... Нет, на Кирилл. Пожалуйста. Значит, и на третьей фазе, мне кажется, можно, блядь, по 4 стака набирать. Там. Я не пошутила, я правда поймала пельмень. Будем по 3 потом, если что, можно будет в четвертом. Юль, я тебе верю. Я тоже поймал. Я тебе тоже верю. Это не означает, что нужно ловить пельмень. Ладно, блядь, меня больше другой вопрос волнует. В чем проблема, милики, объясните мне? Вот какие ну, индивиды нахуй там в РДД заныкались вместо того, когда я сказал милики? Вы, блядь, зачем вам Дискорд нахуй? Вот, для чего вы слушаете? Я же сказал, подошли под зеленого. В чем проблема? Хуя вы, блядь, отошли в РДД зону? Меня больше всего этот вопрос интересует. Кто умер вообще от зеленого? Кунка, кто там, блядь, еще? Кунка, Беба и Чувава, по-моему, да? Беба, да, Кунка и Мирай, получается. Я понял, блядь. А кто остался? Рисалин? Блядь, я не знаю, типа, раньше можно было еще переводить профа, ну вот, когда он начинает кастовать, ну, выход зеленого. И ты, типа, если успеваешь во время того, как он... Ну, до того момента, пока он не появился, типа... Сейчас ну, можно... Он работает, Кирилл. Не-не-не, он да. Только вызывает, появится 100%. Нет, даже блядь, ты... Козябр, не лезь. Ты не понял, о чем я говорю. Для работы. На перифазе, блядь, до перифазы. У тебя вызывается зеленый. Вы тестили? Да, тестили. Не вызывайте. Пропадает. Но если он выберет так, то тебе пизда, потому что он не пропадает. Ну это понятно, это понятно. А что, пропадает на фазах? Я раньше помню, блядь, 2 слизня было. Нет, пропадает он, но если там, блядь, успеваете его перевести. Ну, до таргета, разумеется, да? Один таргет. Ну, до появления его, нахуй, понимаешь, что, блядь, начал кастовать. Вот даже он, блядь, кастовать, хуйня это. Даже если он появился у вас, просто там в определенный промежуток времени, пока он... не начал, блядь, раздупляться, у вас есть время перевести его. Тогда он пропадет в любом случае. Давайте быстрее. Бафаемся и поехали. Но это очень сложно подгадать. Да это понятно. Главное, что я понял, что но это типа мод. Давай, чё. Блять, больше всего бесит эти призы, это пиздец, прям вообще накаляет. Ну, воет очень сильно, у него пиздец как призит, не хотел бы я играть на его месте. Может, стрим будет. Не возможно. Плюнул. Что же кинет? Уже полетел. Мася, ход ты меня, пожалуйста, побольше. И так что рано. Еще хочу. Красный вылазит. РДД в красном клянул. Ч
Что, по боссу стопнули, не бьем, боссу стоп. Бля, чуть-чуть не хватает ДПСа, можно было бы, блядь, этого красного не Деба. Перемен... Ой, эти лужи отошли. Прох переводим. И пытаемся бежать, добавку быстрее. Разбежались по меткам быстрее. Плюнул обоих. Мола побежал, брал из мола. Так, на еще один фаст хватит. Без баланта. Без купол тут мол. Отойдите, милики. Переплюнут. Перемене полетели, отошли. Феникс, Феникс, на тебя. Я вижу. Все. Мась охотой, пожалуйста. Сейчас еще одни пельмени будут, готовьтесь. Пельмени отошли. Милики въебало. Сейчас пробу будет. Бать лагает. А вам ухотать надо. Колба. И лужа вышли. Пельмени отошли. Быстрее отошли пельмени. Зеленый появился по зеленому проекту. Ловите, блядь, пельмени, вагоны нахуй. Стрелин, да? А, это же цель. Барбарос, блядь. Блядь. Ладно. Аккуратно там клуб. Пельмени. Красного разбил забьем. Плюнул. Летит. Мась побежал. Умели зону бежать. Ну не так быстро, блядь. Ну куда ты так летишь? Полба сейчас будет. Милики, отойдите. По красным сыграйте, милик. Пельмени отошли. Мась пельмени летят, спасибо. Ну. Лужу выпивай под милизону. Ну я действую, подожди. Сейчас зеленый, потому что сейчас будут пельмени зеленые. Готовьтесь сразу отходить. Зеленый. Он дал избаунд, короче. И пельмени там летят. Только зябры, ты бежишься и уходить от пельменей. Пельмени будут. После теста стороны. Пельмени. Пошли. РДД раз. Барбарос подпинаем. Лужа выпьем. Колба милики как раз не пищу. Босс, не иди, пожалуйста, блядь, сейчас колба появится. Гимноман. Пельмени отошли. Зеленый проходит. Зеленым поехали. Лужа. Лужа кинул. Аккуратно. Прохил. Прохил. Рейд быстрее. Поднимите по хп максимально. Добить. Пельмени отошли по полбу. В оранжевом все, ребят. После него переведем. Так, РДД по красному. РДД по красному. Что, по боссу стопнули? По боссу стопнули, не бейте. Красным сейчас играйте, пельмени отпили. Колба сейчас будет. Блять, лаги ебучие, нахуй.
Профа переводим. Профа переводим быстрее. И по меткам разбегаемся. Аккуратно там колбы добьются формат. Колбы не забегите, только. Да, колбы, блядь, не забегите, ребята! Ну, блядь, Плюнул обоих. Геру, давайте фул ДПС. Серый даже БР по Мирае, этот. Ой, даже по Блэкичу, серый по Асусу. Ой, мать, это чё? Мне нечем продлевать. Добили быстрее красного. Вставай. Хан сейчас, готовься забирать. Встаньте все в одну кучу. Забирай, Хан. Пельмени. Да когда ты, блядь? Так, сначала НСОЛ забирает. Они наделали. Полбу. НСОЛ забирай. Забирай, ну забери. Угу. Забирай НСОЛ опять. Вернулись там, вернулись. Блять. Служи, вышли. Бланш забирай. Бланш забери. Угу. Фонарь держи пока босса на себе. Угу. И на сол забери. Поздно. Угу. Не надо уже. Ну, блять, речь не надо, колбы. И пельмени пиши. И на сол забери. Или бланш. Бланш быстрее. Все нормально, забирай фонарь. Бланш, сколько он здесь так нормально еще можешь забрать? Так, бланш забери, лужу выводи. Бланш забери. Поздно. Вышли с лужи. Серый, забери сейчас. Прямо сейчас забери. Я могу танчить. Пельмени, давай. Пельмени разбежались. Чувау, хильте, чувау, хильте. Обратно так. Быстрее сейчас лужу. Наперед. Сейчас будет. Наперед не налей. Вывозим. Выводи, выводи, выводи колбы. Ладно, сейчас по четвертому стаку. Сколько у тебя баланс стаков, блядь, не вижу. Чиваву просил. Два, вижу. Окей. Все, баланс сейчас должен будешь забирать. Я скажу, когда лужу выводи. Дал избаунд. Бланш забирай, бланш забирай. Забери. Ну бланш, ёб твою мать нахуй. Ну, блядь, нажми на кнопку раньше ж, блядь, я тебя озвучил за 3 секунды, сука. Ну ты, блядь, конечно, пиздец нахуй. Бейте, бейте. Бейте, бейте, еще шанс есть. Да кого нахуй бейте, блядь? Бланш, сука, нахуй. За 3 секунды, блядь, озвучил нахуй. Ты, блядь, забираешь именно, блядь, через 4 секунды, когда уже стак вешается, блядь. Пиздец, блядь. Сколько мне озвучивать? За 10, что ли, блядь? Или у меня дискорд, нахуй, с задержкой, блядь? Взял, нахуй, засрал пул, блядь. Боже, блядь. Да, просто пиздец. Типа вообще изи убивает. Вообще без проблем. Вот эти вот мини-слаки убрать. Вообще четко будет. По-моему, он легче, чем леди, на самом деле. Вообще легче. Вот я смотрю, типа, ну, вообще как-то он очень легкий. Угу. Ну, кстати, у нас даже в обычке вот на трайле, когда ЦЛК вышла. Намного проще проф упал, намного быстрее, чем у остальных. У нас он был камнем преткновения, у нас гильдия распался, считаешь, из-за профа почти. Ну тут нужно просто, видишь, как, я не знаю, есть как анонс, все как Кирилл, то без проблем проходит. У меня сейчас как только третья фаза началась, уже первый кинул, ебать, FPS, наверное, ноль был вообще, мне кажется. Вот я не лагаюсь никогда, сами знаете, но я тут дичайше, у меня просто фризит. Ну, Войда прям пиздец, ну тут, наверное, FPS, наверное, 6, наверное, 8. Ну, может, стоит стрим выключить? От стрима еще лагает. На стриме, говорю, я не... Ну, от стрима тоже лагает. Я думаю, у него тоже лагает. Я могу стрим включить, если хотите. Ну, кому вообще стрим нужен? Ну, я смотрю. Зайди на Twitch и смотри. Ну, это, блядь, сейчас, конечно, было бы убийство, нахуй.
Давайте то же самое нахуй, веселее. Давайте сейчас убьем. Хули вы дрочитесь. А убьете там в реальном микрослаке. Там вообще вы вызвали. Там у нас два стрима идет. И ДПС даже хватает. Какое-то. Давайте пиво. Давайте. У вас остается там секунд 30, наверное, 40. Выпьем Бенд. Пиво после рейда. Бен, ты давай какую-нибудь речь. Ебани. Я не могу тебя на Бентли поменять, у него нет успеха хила. А хила у меня нету, блядь, другого. Хотя, иди нахуй, калит. Пиздата. Пошел нахуй, сука, черт. Дежавю? Че? I have been in this place before. Карта. А чё, мы в 4 или в 5 были хилов? Чё-то хуй знает. В 4 постоянно. Ну, здесь салют в леве больше. И хватает, в принципе, да? Заставляйте потеть, блядь. Ну, типа, у меня есть... Да хватает тут про хила, блядь, здесь. Да не надо хила, блядь. Тут я думал, что, блядь, эти взрывы слизни будут ебашить, там, ебало ломать, и не толком вообще не бьют. Да тем не более, по целым, нормально. Под зеленого я сначала ставлю, ну, айсбаунд под 3 взрыва, нахуй, потом купол, блядь, типа там нормально. Шкаф, блядь. Не, ну, может быть, знаешь, какая проблема? Если меня кинет красный, я буду бегать, зеленый будет очень сильно страдать. Возможно, там будет смертей пару. Может, я все время хилу ставлю. Шкаф, погнали. Ну, поехали. Сука, ну, шкаф. Там одну минуту АФК тут попросил. Жестко, конечно, когда разбегаемся по колбам, вообще урон дичайший. Это вы сколько? Какой у тебя купол абсорбит? Короче, будете чередоваться. Первый инесол на второй фазе забирает стак, я звучу забирать. Потом бланш, потом опять инесол, потом бланш. Вот так вот будете чередовать. Только, блять, ну, я не знаю, я вам за 3 секунды, вот, дочину, вот, когда остается 4 секунды, я в это время говорю, ну, и там остается где-то 3 секунды, блять. Я вам озвучиваю, блядь, ну, то бишь, на 4-й секунде, блядь, до этого стак. Вы там, блядь, как-то, ну, нажимайте на кнопку, это к тебе конкретно бланш касается. Там и просто зубы... время зубы полета. Чё? Прибереги зубы, когда я буду танчить на 3-й фазе. Я в ДД-шмоте, угу. Там бахает жестко. Там надо рассчитывать время полета еще стрелы этой до профа, нахуй. Она не моментально, типа, она еще летит до него. Вообще на пол, в принципе, да. Ну вот. Да заметил, я там молился, чтоб не шотнул. Я хпшку прожал, смотрю, у меня 30%. Ну если у вас ДБМ есть ханты, вы типа сами можете понимать эту хуйню. Так и пишет, 4 стака. Все, все готовы. На исходное стане. Подожди, в рыба есть, нету. Стояла. На тебя рейдж. Хотя обратно рейдж шелдовал уже. Все, давно что он доедает уже. Колбагер. Плюнул, летит. Блять, не поставил. Хуёво. Да, попробуй стопнули. Стопнули, ты опять попробуй, не бейте. Что стопнули? Бейте красный. Умирай, бегай. Трёх финал будет. Вы уже выйдете. Готовь, выбирай.
Нет, все, и побежали быстрее. Быстрее, зеленый, красный, плещ. Просто избавлен. Да. Понял. Простил. Упал поставил. Зеленого добили быстрее, помогли зеленого добить. Быстрее, 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 быстрее. Или менее, вышли, вышли, вышли с трусов. Бабах, нахуй, блядь, по дурачкам, блядь, троим, нахуй. Сейчас еще один пельмени дошли. Войд, БР, королева, быстрее. Сейчас колбы будут. Эти колбы. Инер есть, залезь там. Войд, прием. Там лужи, не вставай. Или бахнули, представь. Инер. Муха, блядь. Пельмени отошли. Деляна вырез. Где ты стоишь? Подошли к Бентли, блядь. Подошли, похуй, тот угол откинет. Ничего да, страшного. Он нормально стоит. Мы отходили от пельменей. Пельмени будут торчи. Пельмени отчленили. Так, спускайтесь, Орды, да. Красный вылез, Орды, да, красный вылез. Мола побежал. Чё, я отвожу. Только не в сторону про. Велики в красный. Беба, сорян, я не мог. Подвернуть. У тебя кош есть лишь. Пельмени летят аккуратно. Да я не словил. Она лужу допивай быстро. Не успеваю. Даже лишнее. Диман, да и гимна, ман. Ставь это там рейд. Пельмени летят. Пельмени отошли, отошли, отошли. Отошли от него, похуй. Ага, Амирай. Ну-ка, да. Вот урод, блять. Мася, БР по Ридиге, серый по Амирай. Ребахнули шаманы, ребахнули ДК. Серый БР по Ридиге, дай. Гим, даю тебе. Пельмени летят, разбежались. Пошли быстрее. Блять, ну вагоны, нахуй. РДД красного бейте. Колба еще будет. Бланша просил, сейчас умрет. Добили красное. Пельмени отошли. Блять, рейд без маны. 40% есть. Я отрегаю сейчас. Ты сейчас от чего сдохнешь, Чарли? Зелёный. Лучше выйти. Дала из баланса рейд. Краю поделить можно. Или менее аккуратно. Сейчас карту увидит, потом не увидит. Так нам ДПС не хватает. Стопнули профа, никто не бьет. Стопнули, стопнули. Стопнули, никто не бьет. Стопнули, никто не бьет. Пельмени аккуратно. Пляну. Быстрее красного добивайте. Переводим профа и готовимся бежать. Своим методом. Своим меткам быстрее разбежались. То есть баунт будет. Йо, ладно, сейчас под Геральдом мы поставим.
Геру дали пол ДПС. Добили зеленого. Тань, готовься. Пельмени летят. Пельмени, точка. И на спал забирай. Забирай. Забери, забери, ну забери, забери. Ант, вот иди туда. Уже сейчас разобьёшь. Бланш забери. Бланш. Бланш. Колбу. И на стол забери. Забери. Пельмени летят, разбежались. Обратно сразу. Бланш забери, бланш. Да ёбаный ты нахуй, бланш. Хуже. И на стол забери. Ай, блядь, этот бланш, это такой... Бланш, блядь. Вагон, блядь. Пельмени. Колбы отводи. Фонарь, забери с меня босса. Фонарь, прием. Ну, я услышал только что. Лужа, уводи. Серый, ты следующий. Скажи, как зуб? Пельмени отошли. Серый, забирай. И колба мисс, сейчас будет. Мисс Таунт, мисс. Кунка, забери. Всё, чувак, ухилить. У меня теперь шива нет. Ну ладно, потом на расе, пока дождал, то забери. Чувак, пока хилить. Дал избаун. Лужеры нашлись. Прокил. На хп прочитай. Мирая, этот, про стойку и забирай. Дал на хп. Мирая, забери, нажми про стойку, блядь. Он умер. А чё ты эйсбаунт не нажал? Как ты, блядь, под эйсбаунтом не пережил? Ты чё, блядь, прикалываешься? Ты под фростойкой эйсбаунтом сдох, хочешь сказать? Бля, 5%. Да я не знаю, блядь, но это цирк ебаный. А чего ты бланш умер, скажи мне, пожалуйста, блядь? От лужи нахуй или от пельменя, блядь? Да, мы с ним от лужи сдохли. Пиздец нахуй, просто красавчики, блядь. А сколько он хилит? По-моему, он там что-то... Ляму он хилился? Больше? Бля, я же тебе говорил, Кирилл, что будет самая хуйня с этой шляпой. Ну, там, блядь, да. Понимаешь, нахуй, ну, что я сделаю, если... Ладно, короче, я промолчу. Я же тебе говорил, что это будет эта хуйня. Кто-то обратил внимание, насколько он отхитался? 2,5 ляма, там, 3. А да. Это типа под моим мордулом? 4% стало 9. 5%. Ну, наверное, больше стаков было, потому что меня сейчас сложила мутирующая чума. Мне интересно, Mortal работает или... Да я просто хуй его знаю, ну, типа, в луже дохнуть это пиздец, ну, не выйти нахуй. Ну, там хуйня получилась, то, что я босса забрал, и в эту секунду таунт от чувала полетел. А у меня... А ну, подожди, сейчас посмотрю. Таунт может миснуть, если... Да, да, он бы лучше выпал, ну, вот стаков бы забрал. Вот, открываешь нанесенный, у меня... Это, не, так, я знаю, что промах. У тебя мисс, но просто когда уже я забрал, ты через где-то полсекунды-секунду забрал, и в итоге я ну, не стаки, туда, да. Нихуя не залутал. Хоть бы стак залутал, один, как два. Ну, минимум 12 секунд я бы жил спокойно, типа, нормально на самом деле время. А чё, мы мой диван воздействовать не можем, но применить как-нибудь? Оно будет выхилить. Это убрали, это хуйня. Забей. Там Немезида баг-репорт делал. Ребята, вот бы его разъебать. А на чё, бак-репорт? Глаз полночи не делал. Над хил. У нас раньше через диван аж не хилился босс, а сейчас хилился. Там стаки сбрасывались в целом. Не, это само собой, но босс не отхиливался через диван, мы играли. Сейчас хилится, всё. Там приняли, исправили.
Ждем, пока у нас, блядь, люди в лужах не дохнут, ну, не будут нахуй выходить и босса запирать на себя. Я не знаю, может, лагает, потому что, говорю, я никогда не лагаю, сейчас у меня пиздец. На меня два раза красный, я думаю, сейчас, если я зависну, все, пиздец. У меня где-то FPS 15, это 12. Надо Рислин умер вначале. Мы еще, блядь, прелесть привели к нам, да? Иди диван быстрее. Добейте ее, нахуй. Давайте ее убьем. Кто-то ленточку хотел. Вот, ребят, ну вот, блядь, ну вы конченые, вот реально, нахуй. Вы даже пройти не можете, нахуй, нормально. Вы, блядь, если ну даун, ну, подождите, блядь, попросите суммон, нахуй. Сколько раз мне это говорить? Ну, если ты, блядь, не уверен в себе, если ты, блядь, ну, не можешь пройти нормально, подожди, попроси суммона, блядь. Блять, Кунка, я так заебался, Александр, стакать, это пиздец. А профи, ну тут на слизнях ты же не стакаешь. Стакаю, я на всем стакаю, ты, блядь, семья нахуй. Там стакается? Да. На про, ну там, если чумка бьет, можешь не стакать, в принципе. Да, мне похуй, я стакну, бро. Бро, ты золото. Я вам пытаюсь вначале настакать. Благодаря тебе топ-2 ДПС на профи. Не благодари, бля. Хорошо, не буду. Я еще первую, вместо того, чтобы не срубку нажать, блядь, Сандер кидаю. Нормально? Нормально, фресайся и хавайте рыбу в компах, блин. Крайне полностью. Где там Мира еще? Потом мы знаем, что его реально убить. Штраф поставьте. Ну типа, блять, это прям пиздец как реально, если честно. Среди. Кажется, даже совет сложнее. Микро слаки. Да, совет сложнее, блять, и гнилой нахуй сложнее, чем этот про, блять. Форс-мажор. Господи. Да, обидно, а так бы в статье на сайте писалось бы, что убили там со 2-3 утра. Это какой, 4? Уже 5 где-то, блядь. Или если какой? 1, 2, 3, скажу. 4, 5, 6. На, 6 пунктов, блядь. Это 7 часть, блядь. Неплохо. Давай, чё. Неплохо, мы ещё не убили. 4, 3, 2, 1. Слышь, блядь, раньше стоял на максимальное время, меня с миликами не откидывал, сейчас откидывает. Не ебан. Блядь, не успел. Все, хорош, стопнули, не бьем. Стопнули, не бьем, все в красном. Вы уже вышли. Переводим город. Готовимся бежать по своему месту. Зеленым трусы, красным крест. Скорее всего, беги. Эдбамбо.
Пельмени отошли. Пельмени отошли, прохил рейд быстрее. Сейчас еще одни пельмени будут, готовьтесь. Пельмени отошли. Сейчас колбы будут. Ебало. Колбы. Пельмени разбежались. По зеленым П. Ебать, блин. Мастер, да, ЖБР упилить. Вот прям еще. Пельмени отшли. Или бахнули паладина быстрее. По красному поехали. Ларж, бегай. Чем или в красном поехали. Пельмени. Только зябра, блядь, сиди и бей нахуй. Не отвлекайся, черт или... Гимнаман. Рид, ставь тогда. Ладно, пока так поставим. Уже нормально. В зеленом Б. Или менее отошли, дал из баун, короче. 30. Пельмени, тайминги сбились. По красному ордену проблем. Блять, колбы. Пельмени летят, аккуратно. Да мне лагерку, блин, по зеленому. Лужа, пельмени отошли. Все убежали от меня, спасибо. Да, и Инар. О, Мася поварить. Рибав шамана. И шамана рибав. РДД по крафтому уже, блин. Пельмени отошли. Больше ДПС по крафтому. Милики помогли крафтому убить. Надо переводить. Милики помогли крафтому убить. Сейчас побегут. Один процент. По поехали быстрее. Я его ближе. Блять, пельмени сейчас будут, сука. Готовь все отходить. Нормально. С по дебафам разошлись. Дамаж. Барбарос побежал. Бля, я зависла, сорян. Айсбаун дал. Ну, блять, ну. Кто не подошел? Кроме Рида. Я заебался. Кринж нахуй.
Че, согласен словил? Угу. О, как неожиданно. Согласен. Вот, завтра. Почему? Без морали. Завтра. Бежим. Бегите хотя бы попарно. Я сейчас просто пытался на мяч, пытаюсь кого-нибудь догнать. От меня блинк, ТП, блядь, ботинки, все, нажали, я сдох. Ну, Вова, ну не должны же смотреть, блядь. Так, не, я просто бегу, подхожу к чуваку, сбросить чуму, он от меня просто блинк. Так он, вы в сифу играли. Впереди меня бежит, смотрю, сова. Ты не беги, а не к чуваку. Заразный, я общаюсь. С бафом сложно было, да, подойти к королеве? Завис. Что еще раз? Или кто там залагал зеленым дебафом? Не добежал. Я зависла, но я почти добежала. А вам сложно было, видимо, шаг сделать вот сюда, ну, да? Блядь, я сделал и отъехал вместе с тобой.